Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Нагибай! Да, это я и хотел сказать. Нагибай. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Морти, также капитан Очевидность. Приветствую вас. Красавчик. Мы играем в Warface, и нам вернули королевскую битву. Да, королевская... Голубчик, видели? Голубчик побежал. Тут ничего, всегда хотел вот сюда заглянуть. Тут тоже ничего. Подарок дяди Сэма, это хорошо, это мы обязательно заберем. Мне это нравится. Так. О, вот, а, кстати, близко, повезло. Да, нагиб увеличивается, есть такое. Зона уменьшается. О, мышь в кустах. Да, классика, классика нагиба. Ну, ребят, сами понимаете, в королевской битве Warface. Без этого никак. Только отвлекся, и вот тип меня начал сразу стрелять. А пока ты в кустах, ты бессмертен. Да. Взять, что ли? Ладно, возьму. Энтлоп мне, конечно, больше нравится. Ну признайся, ты счастлив, что королевскую битву вернули? Счастлив. Жалко, что через пару недель ее хрен уже найти будет так просто. А на Чарли ее вообще найти? Ну, сами знаете, Чарли и Браво — это очень богатый, высокий онлайн, поэтому я играю на Альфа. Да, это сервер Альфа, друзья. Почему-то сейчас очень быстро она находится, практически моментально, королевская битва. Но я говорю, пару недель и все. Вот. Во, груз оставлен. Почему так? Мы об этом поговорим. Но в следующем бою. Я хочу сегодня целых два боя для вас отыграть. Оба понагибать качественно. И после этого мы с вами обсудим. Обсудим. Точнее, во время второго боя обсудим. А сейчас мы будем брать топ. Кстати, да. В трейлере четкий музончик долбит. Ага. I got power, yeah! Осталось 10 бойцов. Блять, сделайте меня развидеть это. Да. Это чисто прикол. Надо, конечно, уходить. Хорошая такая картина, да? Пустыня. Королевская битва. Стоит трейлер, и Ракутагин танцует. Вообще гениально. А так, мой сладкий, поднагнут, как положено. Да. Все-таки королевская битва в Warface — это столь стремительно, что... Что вот так... Да ладно, ну как ты мог, блин? Закон подлости какой-то, серьезно. Только вот левую кнопку начинаешь нажимать таких типов, он тут же стоит и убегает. Самое последнее мгновение. Просто братишка, не знаешь, я сейчас не пойму, какого хрена они ее вернули? Ничего же не изменилось. Ну вообще да, я тоже не пойму. Не, он разворчик говорит, аирдропов больше стало. Может быть. Но если это с точки зрения наших разработчиков, это все, что не хватало королевской битве Warface, то разработчики, вы столь же далеки от королевских битв вообще, насколько я далек от высшей математики. Математика из меня вообще так, у меня совершенно не такой склад ума. Вот настолько же вы далеки от королевских битв. На самом деле вы можете сделать под чутким руководством, желательно моим. Моим можете еще кого-нибудь взять там. Костю Медиум возьмите, он фанат тоже королевских битв, как и я. И тогда можно сделать качественную королевскую битву. Но чего не хватает и как это реализовать, мы поговорим в следующем бою. А тут осталось-то уже 6 бойцов. Так. Так, вроде никого. Да? А, нет. Хедшот, детка, you get all, моя сладенькая. С почином тебя! Благодарю, дружище. О, еще голубчик. Нет, сука, спрятался. Такие мыши. Тебе свалить? Да-да-да, я сваливаю. Такие мыши в конце, такие прямо на корточках, сука, за машиночками там в углах все. Скилловички-то какие, да? Да, рашеры, рашеры. Да, о, слышу. Осталось 3 бойца. Да. Маус Виктори. Маус Виктори, детка. Вот так вот Ракутагин гнет. Сила. Должен признаться, это было изи. Вообще, вот так вот на королевской битве в Warface бегать как я нельзя. Просто бегать вот так вот.
что вижу, как бы, то и стреляю, и особо не прячусь. Так нельзя, надо как-то поаккуратнее. Вообще это такой крысиный режим. Но получилось, тем не менее, легко и просто. Посмотрим, а прокатит ли у нас такое еще раз. Заодно обсудим, чего же не хватает королевской битве Warface. И как я предлагаю ее переделать, нормально реализовать. Ракутаген, знаешь, чего не хватает? Отличненького анекдота. Кстати, ты прав. Есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдотом поделился Нагиб Петрович. Да. Анекдот такой. Как-то раз во время войны партизаны решили провести агитацию, распечатали листовки и отдали их старому еврею. Тот ушел. День его нет, два нет, три нет. Возвращается старый еврей, Кеша, через неделю. Они говорят: «Ты где был? Мы испугались, мы уж подумали, ты умер». А Кеша им говорит: «Таки лучше бы я умер. Ваш товар полное дерьмо. Я его еле-еле продал». Да? Так оно и бывает. Мы продолжаем нагибать, и пришло время обсудить качественно, глубоко и надежно, что же не так с королевской битвой Warface. Единственное, что с ней действительно так, я должен заметить, это сочные, качественные рачки. Их действительно хватает, вот, как вы видите, это правда. Они тут в наличии, я бы даже сказал, в избытке. Мой сладкий. Хэдшот, деточка. А вот второй. На! Ракутаген словно ястреб, нападает сверху. А я вообще люблю сверху. Бля, хуйня сморозил. Ладно, мы не об этом. Ребята, королевская битва Warface, она... Во-первых, она слишком короткая. Ну что это за королевская битва, блин, 4-5 минут? Это не королевская битва. Не, понимаешь, что делать королевскую битву а-ля папка там на полчаса иногда, это не то. Оптимальное, мне кажется, время 15-20 минут. Это хорошо. Это вот самый-самый качественный нагиб получается. 15-20 минут. Самый хитрый, типа я тебя не вижу, да? Как ты, мой хороший, так догадался-то, а? Какой это гениальный план-то был, рачишка. Вот. Груз приземлился. Координаты неизвестны. Да нет, известны, вон он летит. И... Бля, вот кап меня сбивает, и рачки эти... Да они повсюду просто, я не знаю, что, сука, с ними делать. Во-первых, малая длительность, надо больше. Карта тоже должна быть побольше все-таки, но не огромная. Живучесть персонажей, самый большой бич Warface в королевской битве. Warface вообще не продуман для королевской битвы в этом плане. Живучесть должна быть как у Седа, да. Именно как у Седа должна быть живучесть в королевской битве Warface. Именно так. Количество игроков 32, маловато. Игроков бы 50-60 было бы хорошо. То есть, что имеем? Раза в 2-3 больше карта, минут 15 геймплея, живучесть как у Седа. И, конечно же, точно, однозначно, надо переделать предметы. Расходники. Должно быть много малых аптечек, шприцов каких-нибудь. Не должно быть регена, однозначно. Не должно быть регена у шмода. Ракутаген, чем больше я тебя слушаю, тем мне смешнее, серьезно. В нашей игре персонажи уже летать научились. Какая нахрен нашим разработчикам королевская битва? Ну, ты чё, капитан, очевидно, ну с дуба рухнул. Ну, а чё, есть королевская битва, где надо строить, а у нас будет королевская битва, где надо летать. Так вот, разработчики, вы все это можете сделать. Конечно, больше 32 игроков это будет проблемно, потому что движок CryEngine не поддерживает больше 32. Но есть движок Lumberyard. Может, он поддерживает. Может, какой-нибудь CryEngine... Нет, не дай бог. Может быть, Unreal поддерживает. Кто знает. Значит, что я вам предлагаю? Я предлагаю вам выпустить отдельную игру. В принципе, я не могу сказать, что это плохо. Просто это очень сыро. Это очень сыро. И это, наверное, все-таки больше не для Warface. Далеко не всем нашим игрокам нравится... Именно королевская битва. Выпустите отдельную игру, отдельный лаунчер. Назовите не Warface, а, скажем так, Blackwood Battle Royale. Но
механики а-ля Warface, передвижение, стрельба, все вот это. Пушки можно те же добавить, просто, ну, по-другому стилизовать, там красиво, все по-другому, новая графика. И получится конфетка. Серьезно. И я вам отвечаю, я бы в такую королевскую битву с механиками Warface играл с огромным удовольствием. Но если бы это была действительно королевская битва... Естественный отбор завершен. Естественный отбор завершен. Научно доказано, московские 5 палок тащат. Сколько надо приебать, вот без этого никак. Я бы с удовольствием играл в королевскую битву, если бы это была действительно королевская битва, а не мясорубка с одной жизнью, как у нас, по сути. Так что вот такие у меня мысли. Это отличный вариант. Это отличный вариант. Сделать... Действительно, у вас две карты уже есть. Расширить их, улучшить, пожалуйста. Отдельная игра. Новые игроки. Новая аудитория. Новые бабки, все как вы любите. А нам новый геймплей и новое удовольствие. Дорогие игроки, как вам такая идея? В 2-3 раза больше игроков, 15 минут геймплея, нормальные механики, нормальные расходники, без регена, с механиками Warface, на новом движке, качественно, сочно, на, персик. Мне кажется, зайдет. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось, то ставьте лайки. Это по желанию. Как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. Увидимся. Пока. Кстати, Кодзима сказал, что королевские битвы — это фигня. Да, еще он обещал шедевр, а выпустил симулятор Яндекс.Еды.